Я сейчас не помню. Ну, в общем, кто-то из друзей Есенина. Но опять, у меня этих нет точных данных. Это я, так сказать, вот копия с копией. Вот так, если можно сказать. А я, откровенно говоря, очень внимательно, то есть отношусь к доказательствам очень, ну, критично. Да, очень критично. Мне, например, не важно, кто там дает показания, сколько их человек, 100, 200, 300 или один человек. Видите, какое дело? Я считаю, что в то время, когда совершилось это было 28 декабря, его обнаружили, шел 14-й съезд партии. Это было самое страшное время для нашего государства. Сталин и Троцкий делили власть. Значит, всяким паникерам, людям, которые бы в чем-то сомневались, могли вырвать не только язык, понимаете, а еще что. И это делали, кстати. Поэтому даже у родных не повернулся язык сказать, а почему-то. Приехали. Ну что, вот Громов, Миша Казанский, Костя Иванов и Евсевий Георгий Петрович. Это я. Ну, что, изъяли из петли, осмотрели, нет никаких интересных повреждений и так далее. Сколько он жил, я тоже не знаю, сколько он там жил. Долго, недолго. Говорили только потом уже, говорили, значит, между собой и мы, что это был поэт, который, значит, пьянствовал, вел себя, значит, плохо. Вот, и поэтому вот такой жизни, и его, значит, и правительство недолюбливало, что ли, там, и так далее. И поэтому он себе приказал долго жить. И кто мне столько лет внушал стихи, написанные кровью? Вот след. Поэт перо держал, выходит в зарезанной рукою. Через 15-20 лет строкою, ручейком весенним я просочусь, оставлю след, и ох, в Есении, мой Есений. И по щеке не знаю, чьей, смывая жаркие румяна, я буду выглядеть точнее документального экрана. Я думаю, что при таких обстоятельствах пресса молчит. Молчит. Вечерние газеты выходят, молчат. Хорошо, утренние не могли. 28-го вечерние могли напечатать. Молчат. Наступает 29 декабря. Все молчат опять. Что же случилось-то?
Люди, так сказать, живут у киосков, давятся, значит, думают, что-то... Все же знают, что... Но власти молчат. И только 29 числа вечерние газеты вдруг опубликовали самоубийство Поэ. Он допился, что он такой-сякой, что он лежал в психиатрических больницах, что его лечили там. И пошло, понимаете, это была как команда. Но причем власти себя вели довольно оригинально и хитро. Вот есть так называемые конклюдентные действия. Очень хорошо об этом сказал Булат Акуджава. Он мышей давно не ловит, желтый глаз его горит, каждый сам ему приносит и спасибо говорит. Вот так, понимаете? Вот подходит человек, грабитель, жертва, ничего не говорит, а тот раздевается, понимаете? Ну, я думаю, что уже время было такое, 25-й год. Естественно, сказать слово было, ну, по меньшей мере, просто проладить. Утром рано-рано я иду, значит, солнце светит и так далее, и захотел в туалет. Ну, перелез через изгородь, посидел на полосе, встал и пошел. Прошел 8 километров. Пощупал, а там я свой этот золотой зашил вот в брюки, в штанишки. Вот. Пришел я, пощупал, нет золотого. Я бегом заплакал и бегом, думаю, где потерял. Там, где сидел. Пришел туда, ничего не нашел. Ну и, значит, время потерял много. Значит, бегом, бегу. Прибежал опять, значит, в эту самую деревню. Опять давай за деревню зашел, значит, там деревня Межуничья, 4 километра. Щупал. Золотой-то тут. Мать знает. Если его кто-нибудь вешал, так, то, наверное, он бы защищался. Как вы думаете? Вот если мы вам сейчас петлю на шею накинем, вот, и будем вот к этому батарее привязывать, как вы будете сопротивляться или нет? Вот этот самый шарлатан, или пусть он будет не шарлатан, а пусть он, значит, бывший, так сказать, работник. Он мне такие вопросы в письме задает, что... Если это трансформуляция, значит, на шее, так? Она, наверное, есть, если он повесился, так? Но ведь его же осмотрели всего. Если бы была там драка, предположим, вот, и тогда бы кто-то слышал, в смежном номере или из обслуживающего персонала, и сказали бы, что драка, и вызвали бы милицию вообще просто. А тут, значит, из уголовного розыска. Даже в тех решениях, которые сделали работники милиции вот, по факту случившегося, слово самоубийство не делает. Вот Евсеев говорит, мы тогда раньше. Ну, можно себе представить, примитив. Во-первых, у него там нет ни запятых в этом акте, не знаю, что ли это, к чему относится даже. Что это за расследование? Что он может расследовать? Я решил посмотреть, что это за люди, не только их профессиональные, но и человеческие качества. Я понял, что никакого расследования по делу Есенина не было. Thank you.
Это не утка, это тоже организованный, наверное, четко в общей системе этой трагедии дело. Факт остается фактом. Это хоть и не строго судебно-медицинского характера факты, а жизненные. Не будем гадать, чем ударено. Здесь твердым предметом, а здесь не знаю. Это дает основание логическое, я еще подчеркиваю, не абсолютно, так сказать, объективное. Был нанесен удар, или он головой так был ударен о какой-то предмет, что произошло вдавление этой кости, а здесь выпячивание. То есть не только вдавление, а даже кость. Размерами 4 на 5 сантиметров была повреждена. Все это вот и дало основание к тому, чтобы говорить о возможном убийстве. А потом для сокрытия преступления его повешения. Во все века в стране родной с вершин державы и закона не относились с добротой или хотя бы благосклонно к поэту. Сгинет мой собрат, страна почувствует потерю. Но чтоб российский бюрократ ценил поэта, не поверю. Творец-чиновник за столом порой страшнее, чем невежа. Поймет, оценит, а потом тебе же глотку перережет. Был март, и мартовский зачин. Мы обсуждали в баре барда, а мне сказали, не рычи и не кричи на Эдуарда. Моргнет, как липку обдерут при социальной катастрофе. Ты улыбнись, ведь это ж брут. Полковник, повернитесь в профиль. Понимаете, вот я бы разделил людей на две категории. Безразличных ко всем, неважно, Есенин, Блок. Я вот, понимаете, возмущен действиями вот этого участкового надзирателя, который пришел в Англитер, сидел, писал акт, а у него под ногами лежал Есенин. Ну, вот я вам сейчас покажу, понимаете, вот даже на фотографиях, совершенно разные люди, вот сфотографированы, они совершенно по-разному реагируют, вот даже здесь на фотографии. Видите, одному все равно, ему надо обозначиться, другой, значит, действительно переживает. Я не ставлю только своей целью, ну, сделать какую-то сенсацию. Мне просто, понимаете, обидно за имя великого поэта, который, в общем-то, обмазан грязью. Так ведь я теперь и говорю, потому что я знаю, что это Есенин был. А тогда-то разве я знал, что это Есенин? Я и не спрашивал. Потом уже, значит, после я узнал, что это Есенин, то поэт. Так я сразу томик его достал, стихотворение. Вот, и пел, значит, ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Вот. А что можно было сделать? Вот теперь, значит, вот этот самый Эдуардович, значит, говорит, я докажу, что его он убит. Но как можно доказать, 60 лет с лишним прошло с той поры? Как? Как доказать? Рок-музыка, эти четыре дневца, они были освящены английской сектой иллюминаты. Да? Финансирован, идеология. Реклама. Поэтому и так бурно и быстро
стали знаменитыми на весь мир. Поэтому это разложение нравственное, идейное и физическое. Почему сейчас такое бедствие на все народы? А потом распад. Как только один немножко вышел на более демократический начал, потребовал там Ирландии, ирландцам отдать еще несколько писем в мире, все, убивают. Битлзы – это масс-культура, наиболее действенная, наиболее агрессивная, наркоманическая, как ее называют, но это неправильно. Рок-музыка, она тоже вызывает манию, манию влечения, потребности. Поэтому рок-музыка – это, если хотите, психологическое, идейное оружие. В той войне, которую ведет прямо, скажем, сионизм со своим стремлением к мировому господству через диаспору всех подведомственных в идеологическом плане представителей этого народа. Блюмкин – это шпион в группе имженистов, который от Троцкого получил право приговаривать к расстрелу. Вот так скажет враг, и все. Торжественному маршу! Так если бы он вот на этой вешался бы, так и ноги бы висели бы у него. А он же на батарее вешался-то. Там ему не к чему было прицепиться-то. Вот я вам расскажу такой случай. Ушел я в отставку, и вот я сидел на кухне, вот на Савушкой улице, и считал я мемуары Черчилля. Мне, значит, приятель их дал. Это, значит, два тома, вот такие. Так, это предисловие некоторые. Жоржка, он говорит, приходи на работу в угрозах. Интересно, каждый день со стрельбой. И так далее. Мы пришли, комната очень большая, метров, наверное, такая, 40, вот такая. Там несколько сотрудников сидят, работают. Но тут был один только, вот Костя Иванов, с которым я дружил 54 года. Да, он подходит к его столу и говорит, Костя, вот новый товарищ пришел, учи его работать. Вот все. Равнее направо. Шагом. Марш! В Англитерии, я думаю, что нужно, конечно, как-то все это сделать таинственно. Знаете, вокруг двери что-то такое вот должно быть, это все. Какой-то коридор, может быть, гулки, какие-то шаги сделать. Вот. Я бы, например, снял бы табун лошадей бы обязательно. Табуну бы лошадей прекрасно, прекрасные стихи есть, понимаете. Я считаю, что в вашем фильме обязательно должны быть видовые съемки. Обязательно. Особенно, где родился Есенин. В Москве что-то снял, в Ленинграде. Потому что все-таки Есенин, он, поэт, и хорошо все это чувствовал.
А без этого, понимаете, если внутренний мир вам не удастся раскрыть, получается просто детективная история, убили, не убили, повесился, не повесился. Это слишком, так сказать, дешево. Я так считаю. Не надо растягивать, я не за то, чтобы растягивать. Но съемки должны быть блестящими. Снять обязательно через окно Исаакиевский собор, может быть. Это все должно быть очень быстро. Фигуру Есенина я бы снимал все время сзади. Вот идет человек, читаются стихи, и идет человек, надо понимать, что это Есенин. Живой Есенин. Если вы, предположим, близко к стиху положите, ну, зритель поймет, что это Есенин. Конечно, вам нужно обязательно найти хорошего диктора, но диктор должен быть небольшим, неизвестным человеком, а наоборот. Ясно, что такое Блюмкин? Он другое дело, Шкадан поехал перед всей этой трагедией на юг, и там подошвами врач был. Так, я думаю, что и учинили скандал, драку, и сняли с поезда, вернули в Москву, и он пролежал в больнице. Ее называют психиатрической, но я не установил еще. Это при Первом медицинском институте, была поликлиника. Он сбежал оттуда. Признанный совершенно здоровым человеком, ни алкоголизм, ничего. А его же черт знает, чем обвинять, чем обвинять. Перепроверьте. Яков Блюмкин, не без свидетелей, притом, грозил убийством Мандельштаму, был у Бронштейна под крылом и возглавлял его охрану, мог поместить в штабной вагон поэта, по фронтам гоняя, чтоб книга Троцкому, как трон, читай страною негодяев. Таков примерный монолог, где полминуты до расстрела, но есенинский итог. 4 уголовных дела, как потом выяснилось, значительно больше. Когда срабатывал курок для революции всемирной, он даже мертвый, он не смог, как все, висеть по стойке смирно. 9 сентября 24 года. По линии от РВС убийца Мирбаха, он в силе. Вписался в творческий процесс, творец истории России. Он полномочный. Оп и до. От лейбы Троцкого, Бронштейна. В боку в отеле у него спецперсонал для устрашения. Но разве можно напугать поэта с именем Есенин? Читай. Садится на кровать. Монах для перских Есенин. Вот я рассматриваю Есенина. Лежит он в Шереметьевской больнице, раненый человек, да? Понимаете? Окна палаты Есенина выходили на Сухаревский рынок, а там ходили беспризорники. Дно жизни, понимаете, там меняли, на, я не знаю, за пятачок продавали какие-то рваные штаны. Понимаете? Он же это все видел, а мы с вами сейчас видим уже, так сказать, асфальт, какие-то машины, совсем все по-другому. Так, Теодорна, это здесь, значит, пойдем здесь. Вы что, думаете, я боюсь сказать? Пойдемте, покажу. Привезли его где-то около 4 часов. Гроб закрытый, красный гроб. Быстренько закидали землей, и все, как щенка. Щелоков, министр. Вон там он, Щелоков. Вон, смотрите, решетку на могиле поставили. А вот здесь люди, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Вот он у всех из-под себя убрал, выкопали. О, видите, какая решетка? Вот он всю жизнь сажал, пока его не посадили. Не прав я? Не надо, ему ведро с говном на уши поставили. Говно-то оно не отмывается.
А здесь была такая решетка, такая, сейчас убрали. Вот. Вот такая ограда. А вот здесь были летчики похоронены. Люди. Он всех убрал, выкопал. Криминальная хроника, повесть в стихах, эпиграф из воспоминаний о Сергее Есенине. Какой же я антисемит, у меня и дети евреи. Был март, снаружи и внутри, зачин попробую отметить, пишу 20-е, кровь 3. Говорят, два стола тесно. Ох, Волька, два стола тесно. Интересно, это какие такие соседи, а? Эти что ли, да? Буржуи недорезанные. Слышь ты, чертова кукла. Слышь, вот погоди, только Нюрка сюда приедет. Ой, она без живо глазки твои поросячьи выцарапает. Ишь ты. Заплачешь горькими слезами, если что и поперек характера пикнешь. Слышь ты, Бриджит Бардо, она тебя в голом виде в Африку пустит гулять. Но. В конце концов, я попросил бы... Попросил бы, получай. Вот. Ну, золотой, я подожду. Так, упала. Что? В лоб захотел, старый таракан, да? Я тебя брызну. У меня... Душа горит на этих подлецов. Твое бешеное счастье, хрипя воронкой горловой, под улюлюканье промчаться с оторванной головой, забыв, что мертв.
презрев природу, по горло в грязи бытия, по горло в музыке восхода забыться до бессмертия, через заборы всех беся, в небеса, там, где гуляют грандиозно коллеги в зелени лугов, как красные аккордеоны с клавиатурами хвостов. Вот они считали, что у него оторванная голова уже, что он петух с оторванной головой. Но он жив, он бессмертен, и их сейчас нет. Звезды российской музыки в новогоднем праздничном представлении «Зимняя сказка» 30 декабря вечером на канале ТВЦ. Джайлз! Жалкие трусы, еще троллями называются. Кто такой? Могущественная королева хочет подчинить себе королевство. Ты ничтожество. Оно раздавит тебя. Злые тролли должны исполнить ее волю. Я дам тебе все, что ты пожелаешь. Но сказка не была бы сказкой. Мне было предначертано убить моего сына. Если бы зло побеждало добро. Очнись. И на помощь сказочному принцу приходят его друзья из Нью-Йорка. Восхитительная сказка «Братьев Гримм». «Десятое королевство». 30 декабря на ТВЦ. Мышата и котята, и утята, и жучки, и паучки. Остался. И сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. Одеяло убежало, улетело простыня, и подушка, как лягушка, из-под
свечку от меня. Он за свечку, свечка в печку. Он за книжку, да бежать и в припрыжку под кровать.